белое. Да, но что-то не сильно тушится. Ну, белое пошло. Ну, белое пошло, но... Вышел на территорию, слышу гудки, сирена. Думал, может, скорая помощь, может, кому-то плохо стало. Вот. А там стоят пожарные машины, поливают водой. Очень много людей, приехали скорая помощь. И видел там несколько людей, которые лежали уже на земле, которые неудачно выпрыгнули с окна, они погибли. Вот. Ну, очень, очень тяжело смотреть и очень... Как раз перед входом, куда мне выходить, вот, там стояли уже машины, и пожарные, они просто оттесняли людей, чтобы не мешали спасателям, которые подъезжали с лестницы, там, с другими спасательными инструментами. Подъезжали и спасали людей. Огонь где-то из окон, где-то на метров 5 был. Вот, очень сильно горело, но буквально оно сгорело где-то минут за 10, за 15. Паники не было. Люди стояли возбужденно, переговаривались. Ну, телевизор уже привычно к этому, теракты и все остальное. Просто какое-то удивление, какое-то интересное. Не каждый день горит, тем более так рядом. В 11.30 дежурную часть Главного управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на территории предприятия «Хартрон» произошел пожар. К месту выехали 9 единиц техники. На момент прибытия был объявлен 4-й номер сложности. Дополнительно прибыло еще 3 единицы автоцистерн и 4 единицы автолестницы и 4 единицы спецтехники. Всего было на тушение пожара задействовано 12 автоцистерн и 8 единиц вспомогательной техники. Работало около 100 человек личного состава спасателей. Пожар произошел в пятиэтажном здании на 4-м этаже. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Кроме того, огонь перебросился на 5-й этаж, где горело на 50 квадратных метрах. В общей сложности около 250 квадратных метров. В результате пожара, по первичным данным, погиб один человек, 9 пострадало. Второй человек умер уже в скорой помощи. Кроме того, во время разборки завала, в разборке конструкциями, спасателями было найдено тела еще 6 человек. Всего погибло, получается, 8 человек, 7 травмировано. Кроме того, сотрудниками службы спасения было эвакуировано 18 человек сотрудников предприятия.